Красота, да? Пока пошла убирать, на балкон компот сбежал. Ой, как я вот это люблю. Вот это в готовке я люблю больше всего. Когда рассыпается мука, падает на пол очистки. Ой, рассыпается крупы, сахар особенно. Разливается суп, компот. Вот это я больше всего люблю. Короче, сварила компот. Так, сходили в АТБ, купили персик, груша, вот таких чудо, сроки, клубнику с клубничным, такая подливочка. Дальше, этот сельпом взял, полбатона, шкаревский хлеб. Я тут слишком большая коробка, я не смогу ее купить. Ясно. Молоко в сельпо взял, селянское. Это ВТБ. Йогурт манго. Уксус я взяла. Уже закончился. На, уксус туда поставь, где масла стоят. Сметану. Славяночку. А? Запах. Какой? Какой запах? Нет, какой запах? Виталина. Йогурт, еще один манго. И курица ВТБ по 60 чем-то гривен. Я взяла одну, самую большую, на 1,5 кило. Все. Так, готовлю. Тут у меня паста варится. Вот такая вот. Твердых сортов. Здесь у меня супчик овощной. Ну, там что у меня? Капуста, кабачок, замороженный горошек, перчик, помидор, куриное мясо, картошка, морковка, лучок. Вроде все перечислила. И здесь у меня для пасты заправка варится. Здесь сливки, молоко, оплавленный сырок. Сейчас он разойдется. Колбаска, помидорка и лучок жареный. Сейчас оно чуть-чуть прокипит. Вот. Я, наверное, сюда потом высыплю макарошки. Еще добавлю оливковое масло в конце. Вот. У меня на эпиляцию. Я вам никак не могу вложек выложить. У меня памяти в телефоне нет. Короче, у меня нужно телефон срочно покупать с расширенной памятью, с большей. Но пока нет. Никак. Так, ладно, готовлю и собираюсь. Приехали на Святошина, идем на эпиляцию. Сейчас Виталинке булочку куплю, водичку и пойдем. Точно не включила. Короче, у Виталинки такой лимонад, чуть-чуть вперед. И хот-дог. И булочку. Лимонад мохито, булочка, слойка с вишней, с шоколадом. А у меня пирожок жареный, ностальгия с повидлом. Я не помню, пробовала я у них или нет, это семейная пекарня. Вот. Мы так недавно с мужем вспоминали. Я так любила на Подоле эти пирожки, бабы пекли. Снивок идем в сторону Святошина, потому что я не спросила, открылась ли Святошина метро, решили не рисковать. Все, идем. Так, приехали на Театральную. На Крещатике метро перекрыто, сейчас идем на Крещатик. Самый любимый дом в Киеве. Помнишь, что ты еще потом? Ты пошла как раз куда-то в поле, а там
самолеты. Которые типа опускали флаг Украины. И там радугу еще не пускали. Беспилотники летели еще и не Ладно, теперь не забыть. Кого? Вечером лампочки горят красиво. Да?